Месячник пожилых людей продолжается. Сегодня для 42 пенсионеров района Макжана-Жумабаева, проживающих в Петропавловске, провели экскурсию по сакральным местам города. Они прогулялись по театральной площади. Экскурсовод рассказал историю доблестных батыров Карасая и Агынтая. Затем направились к вечному огню. Следующая остановка – Грин-парк. Потом пенсионеры посетили дворец школьников, дворец спорта, церковь и мечеть. Сегодняшнее мероприятие наше посвящается нашим ветеранам, которые вышли на пенсию. Мы не забываем о своих ветеранах, которые внесли свой посильный труд развитию нашего района. И в этом году, вот 15 сентября, съездили в Туркестан. Сакральные места, там они 6 дней были.